В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия участковым уполномоченным полиции совместно с представителями природнадзора Югры в лесном массиве были выявлены несколько фактов незаконной вырубки лесных насаждений. Полицейские установили подозреваемых, ими оказались местные жители. Злоумышленники, не имея разрешительных и правоустанавливающих документов, произвели незаконную вырубку леса общим объемом более 9000 кубических метров. Противоправными действиями подозреваемых лесному фонду причинен ущерб в особо крупном размере, превышающем 59 миллионов рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых взято обязательство о явке.